Перевод субтитров Джанетта для сайта хихидок.ру. Озвучивал хихикающий доктор. Раз, блядь! Сука! Этот русский должно быть шпион, а тот другой. На прошлой неделе они судили какого-то парня за то, что он инсценировал несчастный случай. Должно быть, это он. Он прострелил себе руку, чтобы его отправили обратно в Испанию. Встать, солдат! Я сказал встать! Господи, они братья. Готовься! Целься! Он умер от горизонтального пореза, сделанного слева направо очень острым ножом. Сомневаюсь, что у него было время закричать, потому что его голосовые связки и горло были перерезаны. А поскольку была перерезана и артерия, кровопотеря была огромной, и он умер моментально. Куда же делась кровь? То, что кровь не обнаружена, означает только одно. Он был убит в другом месте. Да, но его форма тоже не испачкана. Если только он не был раздет, когда его порезали. Вы видели хоть раз, чтобы кто-нибудь деть раздевался? Возможно, его заставили снять форму и просто неподвижно сидеть, как кролик. Возможно. Все возможно, пока не доказано обратное. Почему вы считаете, что он сидел неподвижно? У него нет порезов на плече. Это означает, что он не вступал в борьбу. Убийца, вероятно, атаковал его сзади, судя по углу. Это довольно хладнокровно. В другом месте я бы засомневался, но здесь это мог быть кто угодно. Я скоро буду. Бог видит все, что это может означать. Ничего хорошего. Что-нибудь еще? Следы, отпечатки? Только рана, которая стала причиной смерти. Хотя, возможно, это поможет. Никаких царапин. Это означает, что его перенесли. Не тащили? Совершенно верно. Этого не было в рапорте, капитан. Простите.